Давайте поищем, где же, может, есть где-то еще грибочек рядышком. О, есть рядышком грибочек. Надо его взять. Вот грибочек. Может, еще где-то есть, надо рядышком посмотреть. О, вот еще один грибочек. Вот так. Надо еще посмотреть рядышком, есть ли еще грибочек. Смотрим, смотрим, где-то еще, наверное, есть грибочки. О, вот еще один. Ох ты, сколько тут груздей-то много. Вот, 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 вот. Вон еще два. Вот еще один. Вон прячется среди листочков. Вот он. Вон еще один стоит. Полным-полно. Вот семейка груздочков пробивается. Вот, вот. Смотрим дальше. Вот еще один гриб. Вот он. А вот еще один. А если посмотреть внимательно, то вон еще один. И еще один. И еще один. А вот еще один. Вот на этом пятачке, вот гриб, вот гриб, вот один, рядышком еще один, вон грибочек, и вон там грибочек. Так, идем мы, идем, и опаньки, гриб. Это не гриб, это всем грибам гриб, не гриб, а грибище. Но такие грибы, конечно, мы не берем. Они уж очень большие. Ну вот, для сравнения я покажу, чтобы показать. Ну вот ножичек. Ножичек перочинный. А, зажигалку можно. Вот зажигалка для сравнения. Вот моя рука. Вот такой гигантский гриб. Пускай растет, брать его не будем. А вот рядышком есть
грибок нормальный, его возьмем. Ну вот сегодня 9 октября, вот это результат хождения по лесу в течение 3 часов. Так что грибы есть, это вот почти полное ведро. Рекомендую и вам сходить в лес.